Привет, это iGadgets. Российская таможня усилила контроль за посылками из зарубежных интернет-магазинов. С этого января ФТС России требует, чтобы посылки доставлялись только по месту регистрации покупателя и оплачивались только его банковской картой. Маленькая коробочка, которая помещается в ладошку, поставляется без кабеля HDMI, а только со шнуром питания и пультом управления. Что же касается внутренности коробочки, то здесь стоит отметить, что оперативная память 512 МБ, а емкость флеш-памяти 8 ГБ. Процессор одноядерный A5, который служит основой для разрешения 1080p. На задней панели находятся разъемы питания, выход HDMI, microUSB для соединения Apple TV с iTunes, оптический цифровой выход Dolby 5.1, интернет, который дополняет Wi-Fi. Просмотр фильмов не единственный сервис, предлагаемый Apple TV. Можно также просматривать фотографии, проигрывать музыку и клипы. Сервис iCloud появился и в Apple TV. Он открывает доступ к фотопотоку как на iPhone и iPad. Самое интересное из мира высоких технологий только в рубрике iGadgets. До встречи!